Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я продолжаю проходить игру Снайпер Элит 3. В прошлой серии, как вы помните, мы уничтожили вражескую артиллерию и уничтожили вражеский танк. Так, у нас тут были положенные прыгающие мины. Я думаю, если проедет какой-нибудь танк, то мы их заложим, и танк взорвется. Надо будет потом бы еще поискать динамит и фугас. Если и убивать, то бесшумно. Да. Нужно постараться все сделать тихо. Так, вон там я вижу какую-то взрывоопасную бочку, так что если там будет какое-то скопление народа, то я ее взорву. Так, вон одного я вижу, второго. Пока я больше никого не вижу, кроме двух человек. Может, там вдалеке есть? Да, еще один вдалеке есть. Третий. Четвертый. Еще кто-нибудь есть? Пока вроде никого. Всего человек 7 написано. Вон еще один. 5 из 7. Вон 6. А 7 где? 7 я пока что не вижу. А, вон 7 вижу. Все, 7 из 7. Замечательно. Вы видите строй вышки с прожекторами. Это дополнительная... задание. Так, давайте возьмем свой пистолет с глушителем и прибьем их. Вот сначала этих двух. Так, один готов. Давайте ко второму подойдем. И потом третьего убьем, вот этого. Так, за ним еще один есть. Патронов не так-то много, так что надо растрачивать их очень осторожно. По одной пуле в голову. Так, вон еще один я вижу. Да их тут просто дофига. Больше, чем 7 человек. Я-то думал, тут всего 7 человек. Уже обрадовался. Так, теперь этого надо убить. Только аккуратненько. Все пока что проходит тихо да гладко. Уже где-то четверых или пятерых я убил. Так, тут что-нибудь есть? Да, выпрыгивающие мины, неплохо. Так, вот сейчас желательно, чтобы мне патроны на пистолет попались. Ну что, пойдемте этого чувачка убивать? Так, он меня светит. Ой-ой-ой. Надо сделать так, чтобы он меня не увидел. Так, осторожней, осторожней. Сейчас он повернет в другую сторону прожектор. Мы его убьем. Так, один прожектор уничтожили. Вон там еще второй, по-моему, где-то вдалеке. А, нет, вот он, второй прожектор. Вижу. Тело обнаружил кто-то. Вот это плохо. Такого лучше не допускать. Так, давайте сохранимся на всякий случай.
Блин, их тут трое. Давай, давай, покажись. Готов. Еще третий остался. Он там вдалеке. Ну давай, давай, покажи свою мордашку. Ну же. Готов. Я уже, наверное, 10-ых убил, если не больше. Так, один внизу и один наверху. Как я понял, да? Или наверху никого нету? Сейчас посмотрим. Наверху вроде как никого нету. Или есть? Я отсюда не вижу. Да, никого нету. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Услышали выстрел. Все, вышки мы... Прожекторы мы вывели из строя. Это хорошо. Вот тут вот я вижу неподалеку двое человек. Давайте их убьем. Наверху есть кто-то. Не ожидал я этого. Смотрю, никто не управляет прожектором. Думаю, что никого нету. Это какой-то патруль, но он, слава богу, уехал. Так, патрончики на пистолет попали, замечательно. Так, и как нам сюда пробираться? А, вон там, наверное, можно пробраться. Ну, их тут просто дофигища, ребят. Человек, наверное, 20. Или 30. Но пока что все проходит довольно-таки тихо. Так, осталось нейтрализовать одного около входа, и я думаю, мы проберемся внутрь. Если что, у нас есть динамит. Так, вон еще один. Идет к нам. Сейчас мы его быстренько убьем. Давай, давай, иди к нам. Подальше от своего дружка. Готов. И осталось 7 патронов. Я думаю, на 7 человек хватит. Если без промаха целиться в голову. Так, и убиваем этого человека. Все, надеюсь, больше никого здесь нету. Или кто-то внутри есть. Скорее всего, внутри тоже кто-то есть. Так что надо быть предельно осторожным. Все, зашли. Проберитесь в крепость. У нас новое задание. Так, отойди от своего дружка. Молодец. Внутри их тоже дофигищ. Как я погляжу. Но двоих мы пока что уже убили. Желательно, конечно, найти какую-нибудь вышку и поотмечать их всех через бинокль. Так, где он? Вот он. Давай быренько обыскивай его. Ух ты, как их тут много. Так, прямо у меня один есть.
Меня радует то, что меня пока что не заметили. Так, теперь давайте этого убьем. И наверху их очень много. Надо будет искать путь наверх. Круто, нам дали 6-й левел. Так, кто-то запалил. По ходу дела, раз желтеньким обозначился. Но мы его убили, слава богу. Наверное, трупы нашел. И, скорее всего, вышел оттуда. Так, тут, значит, двое наверху, и тут трое наверху. Осталось найти путь наверх. Так, вот он, путь наверх. Так, давайте на всякий случай сохранимся. Потому что я тут одного и вижу. А, он еще выше. Или ниже. Скорее всего, выше находится. Да, выше. У него что-то есть. Обыщите старшего офицера. Ну, давайте обыщем. Что у него там? Ключи. Отлично. Да, это как раз то, что мне нужно. Так, где-то здесь один. Вот он. Спит. Патрон не будем на него тратить. Лучше ножом просто его убьем. Зря ты заснул на посту, чувачок. Фух. Еще бы чуть-чуть, и он вызвал тревогу. Так, а по карте нам куда идти? Непонятно. Скорее всего, наша цель обозначена синеньким. Я так думаю. Так, здесь четверо. Уже двое. Давайте их обозначим через бинокль. Че, пойдем убьем их? Или пройдем дальше? Давайте пока пройдем дальше. Как-нибудь потом их убью. Всех-то не обязательно убивать. Так, и как тут открыть дверь? Я вот не знаю. Придется как-то обходить. Значит. Так, нам, скорее всего, туда нужно идти. Вон в ту дверь. Давай, давай, иди ко мне. Палит. Так, нейтрализован. А второй где? Вон он. Там еще наверху один. Я заметил. Блин, подошел бы он поближе. Че, где он там? Так, еще двое наверху. Готов. Ну, с двоими, я думаю, я справлюсь. Так, ну тут можно уже пройтись прогулочным шагом, я так думаю. Нам вверх по лестнице. Где-то здесь агент. Наверху, значит.
Так, подожди, я убью тут врага около тебя. Как же он заметил-то меня так быстро? Почему играет тревожная музыка? Я же вроде всех... Я же вроде убил, успел его убить. Пошли его освобождать. Пора на свободу. Слава богу. Единственный путь через линию фронта. Но меня немного потрепали. Я прикрою. Сможешь идти? Свобода – большой стимул. Да, я смогу. Ну, давай. Может, ему пушку дать? Будет свободен, иди к проходной. Ладно. Эй. Что там такое? Давайте их отметим. У него есть что-то интересное. А кто заметил-то? А, вижу. И тут еще двое. Даже трое. Что, будем доставать снайперскую винтовку? Блин, вот жалко, я промахнулся. Так, один внизу, да? Даже двое внизу. Надо скрыться. Все, скрылись. Так, один прямо под нами. Тварь. Заметь, блин. Фух, успели убить. Так, тут еще один. Вон он. Здесь наш шаг не должен никто услышать. Поэтому давайте пройдемся. А он все наверху стоит. Я хочу их убить, постараться бесшумно. Если это возможно. Можно, конечно, взять пулемет и расстрелять их к чертям. Но я думаю, это будет довольно глупо. По бензобаку, если бы стрельнули, то сразу бы эту машину взорвали. Воу. Один к нам идет. Так, вызвали тревогу. Надо наверх срочно бежать. Я так думаю. Все, погнали наверх. Или вот за это орудие давайте встанем. Вставай ты. Пока ты встанешь, 100 лет пройдет. Отправляйтесь к бойницам. Ну, стреляй же, что такое? Ну, блин, вообще. Что-то наш снайпер тупит. Может, динамит кинуть сюда? Да, давайте так и сделаем. Да ну не сюда же, ё-моё.
Давай, высовывайся. Взорвали, что ли? Че ж ты в него никак попасть-то не можешь? Ну все, вроде всех уничтожил. Так, а где наш-то, а? Наш наверху еще остался. Нужно забраться по лестнице. Так, но... Наверное, нужно его подождать, я так думаю. Или не будем его ждать? Просто сигнал подадим. Сейчас посмотрим. Похоже, он там. Я прикрою его со стены. Прикройте огнем избойниц на стене. Ему нужна небольшая помощь. А где эти бойницы? Увидели его, тваря. Тут хорошая, кстати говоря, снайперская позиция. Я надеюсь, его не убьют. Куда они стреляют? Вон они бегут. Аж двоих успел убить. Третьего выстрела только попал. Офигеть. Да они, блин, прут нескончаемыми потоками. Когда уже они все передохнут, твари. Это что такое было? Ну все, что ли? Да, он идет. Вон он, вижу его. Сказал бы, что миссия довольно трудная, но не сказать, что довольно легкая. Кто-то стреляет по нему, а? Вон они, трое высадились. А, вижу двоих. Я-то думаю, откуда стреляют в него?
берем патрончики. Или их нельзя, нельзя взять. Когда же они все передохнут, а? Отовсюду валит это подкрепление. Где еще? Вон он. Вижу. Так, ну все что ли? Вон он, вижу. Так, вот двоих вижу. Не смей его убивать, тварь. Блин, отовсюду идут. И машина еще одна приехала. Надо ее тоже как-нибудь взорвать. Так, они с двух ходов прут. Как он выжил, конечно, это остается загадкой. Так, вон еще один. Попробую без дыхания его убить. Да. Смог. Так, вижу еще одного. Я уже приноровился к этой игре, и поэтому получается более-менее нормально убивать. Даже без дыхания. Задержанного. Вот это, кстати говоря, винтовочка к Аркану лучше, чем прошлое. Похоже, это последний. Это хорошо, а то уже задолбался, блин, по ним стрелять. Все, что ли? Да, убегает. Ну и замечательно. А по пути больше никого не будет, я надеюсь. Что?
что такое проект «Эпидемия», все еще не ясно. Агент Брауэр так и не сумел это выяснить до ареста. Но у него есть наводка. Вален часто ездит на аванпост в Сиве. Мы не знаем, будет ли он там, но он любит, чтобы все было по порядку. У Валена все будет спланировано, включено в график и записано. Мне нужно всего лишь это найти. Брауэр полезен. Он рассказал мне, где находится кабинет Валена и немецкие склады. В городе есть несколько хороших позиций для снайпера, а еще старый подземный туннель. Будет непросто. Но где-то в этом городе я найду то, что нам нужно. Так, давайте изменим выкладку, если это можно сделать вообще. Так, нам написано, что у нас есть новый предмет. А, вместо динамита, наверное, можно что-то выбрать, да? Бронебойный патрон могут уничтожать технику за пару выстрелов. Вот это неплохая вещь. Может, вместо динамита взять? Да, лучше бронебойный возьму. Только надо будет потом узнать, как их использовать. Так, прицельная сетка. Но ее пока выбрать нельзя. Никакую. Крест детализированный. Ну, лучше такую сетку оставлю, чем вот эту. Она мне больше нравится. Начинаем. Оазис Сива. Но буду проходить я его в следующей серии. Сейчас пройдет капсцена, и я на этом закончу. Пока что. Ладно, друзья, я на этом пока что закончу. Всем спасибо за просмотр и всем пока.